На ринге пятый бой. Финал весовой категории 69 килограммов. В красном углу. Кандидат в мастера спорта Николай Звонарев, Кирова, Тверская область. Николай — финалист чемпионата Центра России. Участник чемпионата страны, победитель первенства Санкт-Петербурга. В 136 боях одержал 116 побед. Тренируется под руководством Алексея Кашкова. В синем углу кандидат в мастера спорта из Тулы Халид Ягудзаде. В 181 боях Халид одержал 163 победы. Выиграл первенство Центра России среди молодежи. Тренируется под руководством заслуженного тренера России Туханина и Чумакова. Рефери этого боя — судья всероссийской категории Егор Котов, город Орел. Пятая пара, 69 килограммов. Thank you.
Все куда-то залил. Thank you.
Пятый поединок. В это время готовится шестая пара. Алексей Кудасевич, Магомед Кагерманов. В этом поединке победу. Первое место во всероссийском турнире класса по боксу в памяти Виталия Карелина. И право на присвоение звания мастер спорта России по боксу завоевал боксер Красного угла Николай Звонарев. Первый Тверская область. Поздравляем Николая с победой, а также его тренера Алексея Кашкова. Смену здесь не приготовили.